Якуб, я нашла Захеди. Он скоро будет. Надо было бросить вас в лесу, чтобы вы сгнили заживо. Но Скерлок решил вас спасти. И чем это обернулось? Я не повторю его ошибки. Я выслежу вас и верну тварь, которую вы у нас украли. Даю слово. Акан свое слово держит. Супер! Не надо будет за тобой гоняться. Проходец, мы добрались до конвоя. Твой новый друг хорошо знает эту местность. Ему можно доверять. Мы готовы ехать. Или, может, дадим шанс кому-нибудь еще его похитить? Смешно. Уже иду.
Ты же тут не просто так. У нас начинается паника. Никто не горюет о Скерлоке, но без сыворотки мы долго не протянем. В лаборатории есть запас. Мы взяли немного. Я знаю, да. Я ассистировала Скерлоку в работе. Запаса не хватит. Но доктор не рискнул пойти на этот шаг, а мы можем попробовать. До сих пор люди из-за леса несли с собой лишь ложь и смерть. Ты знаешь, что для создания сыворотки нужна человеческая плоть. Но ведь кое-что мы можем получить из-за леса. Трупы. Предлагаешь обмен? Тела мертвых солдат. Возьмем их спинномозговую жидкость и поделимся сывороткой. Не все смогут простить тебе твое прошлое. Знаю. Но если делиться сывороткой, смогу искупить вину. Осталась только одна проблема. Сок дерева тука. Его сложнее всего достать. Только у Тиаго получалось его добыть. Но теперь он в твоем отряде. Тож, звучит интересно. Я бы не просила тебя идти за ним, будь у нас другой выход. Но без сока нет сыворотки. Тиаго поможет тебе найти это дерево. Времени у нас мало. Алиум, есть минутка? Ну, или, может, чуть больше? По Скерлоку никто скучать не будет, но есть проблема. Тиаго, ты, значит, помогал Скерлоку? Добывал для него древесный сок? Не просто древесный. Сок туки из дремучей чащи. Там, где она растет, нет прохода от зверей. Как будто они ее стерегут. Тебе нужно отправиться за бастион. Ты узнаешь туку по сияющему синему соку. Выглядит интересно. Я вообще не прочь поразмяться.
Вот и сок. Но боюсь, этого мало. Тьяго, ты добывал сок для Скерлока, даже зная, каковы остальные ингредиенты? Иначе мне пришлось бы убивать по приказу Кана. Я считал это меньшим злом. А за что тебя посадили в клетку? В лице Августа я узрел все те души, которыми мы пожертвовали. Я уже не мог продолжать. Тьяго, а как ты стал таким экспертом в этих делах? Сок Дуки обладает мощными галлюциногенными свойствами. Я считаю, что это портал к сердцу планеты. Я единственный мог пить его, сохраняя рассудок. И чудовища расступались предо мной. Ты сейчас просто выдумываешь, да? Ты поймешь, если попробуешь. Нет. Электропрохладительный метод не для меня. Я и так уже страннее некуда.